нас был правый летчик, он говорил, у него была поговорка такая, ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Помните, там такая поговорка? И он добавлял, из правого. Интересно. И себя назвал, я самый правый из всех правых летчиков. Мы по небу днем и ночью, вот такая вот работа. Пусть не плачет, но завидует нам тот, кто не летает. Потому что мы летаем на красивых самолетах. Потому что красивых самолетов не бывает. Потому что мы летаем на красивых самолетах. Потому что красивых самолетов не бывает. Белоснежный или серебристый лайнер — это что-то элегантен, грациозен, восхитительно прекрасен. И поверьте, красоту нельзя отнять у самолета, даже если в совершенно несуразный цвет окрасит. И поверьте, красоту нельзя отнять у самолета, даже если в совершенно несуразный цвет окрасит. И не важно, Боинг, Туполь, Сушка, Миг, Арбуз, 300. Посмотрите, как он рулит по перрону, как взлетает. И поймете, не бывает некрасивых самолетов. Красивым самолетом не бывает. И поймете, не бывает некрасивых самолетов. Потому что некрасивых самолетов не бывает.